Ребята, в общем, мы сейчас только вышли из дубайского метро. Это реально такая система, это не как в нашем метро. Зашел, сел, вышел, пересел. Две линии здесь и разные вагоны. В общем, есть карты разные, золотые, женские, мужские, серебряные. В общем, смотрите видео, в общем, там все подробненько рассказываю. Прежде чем ехать в метро, обязательно посмотрите это видео, потому что реально это нужно знать, потому что так просто сходу не разберешься. Так, смотрите, вот на этом автобусике мы доехали от нашего отеля, наверное, за 15 минут до Тейра-Сити, или Тейра-Сити, как оно правильно. И заехали за бесплатно. Вот такой бесплатный шаттл ходит в 3 часа утром и обратно отсюда в 9 уходит. Здесь же есть вход в метро, и можно уже добраться куда угодно. Мы сейчас поедем в Арку. Посмотрим, как там будет интересно. Все, поехали с нами. Вот он вход в это Тейра-Сити, и вот вход в метро. Сейчас пойдем посмотрим. Походу, кстати, здесь очень прохладненько, надо с собой кофточку брать. Информация. Так, здесь продаются билеты, а здесь только информация какая-то. Тем, кто не знает, там проходит. В общем, сейчас будем все узнавать и все расскажем потом, как что надо делать. А здесь заморочки, золотая карта, серебряная карта, обычная карта. Здесь, короче, настойки. Съем метро можно взять и по ней ориентироваться. Короче, там есть схемы на арабском, есть на английском. Конечно, так сходу сложно разобраться, все здесь что, поэтому надо заранее все это изучать. Поэтому смотрите видео, если информация будет полезна, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, поддержите видео и подписывайтесь на канал. Hello. We need a ticket at Anjafia. Да. Only go? Only go, да. А children надо платить? 2 years, children. Туда. Да, children need a ticket. Two years. Three. Two person. What? How much gold card? Gold card. Only gold. Only gold. Ага, 28, это 2 карт, gold, да? А do you have pay pass? Pay pass, do you have? Pay pass. Mm-hmm. Thank you. Very good. At this station, what is it? Тейра Сити здесь, yes? Окей, мы сейчас в Тейра Сити находимся и поедем Аджафея на арку или рамку, как она называется. Взяли золотые карты, 28 дирхам стоит. На двоих в одну сторону. В золотой вагон туда могут и женщины, и мужчины заходить. А у них делится, в общем, если вы возьмете обычные билеты, то женщины в одном отсеке едут, мужчины в другом. И заходить нельзя, потому что штрафы большие. Ага, it's gold card, yeah? Gold, yeah? Yes, thank you very much. Gold zone. Все, потопали. Надеюсь, все понятно. Если непонятно, какие вопросы, я отвечу. Так, в общем, прикладываете карточку и проходите. Спускайтесь, сразу первая дверь, это Gold Pass, голубой вагон. Заходите сюда. И направление, главное, не перепутайте, потому что я сразу не сообразил, в какую сторону ехать. Да, сейчас здесь без машиниста ходят поезда, поэтому будем спереди смотреть. Сейчас покажу вам вагончик аккуратно. Нельзя выпускать, сейчас другая. Двери есть, сейчас посмотрим, куда она ведет. Это там, видите, другой вагончик. Можно перемещаться по всему поезду. На свою остановку не проехать. The next station is Africa. Я вам покажу. В Дубае запрещено целоваться, да, мужчины и женщины. И как вы думаете, ребенка можно целовать? Не заберут ли меня за это? Меня штрафуют ли? Кстати, да, в метро нельзя жевать жвачку.
Штраф 100 дихрам. Так что будьте аккуратны, вообще жевать нельзя. С едой ходить, с напитками. А? Девушки местные напротив жили. Снимать мы не будем, то есть за это тоже штраф. Других людей снимать нельзя, поэтому приходится камеру близко держать, чтобы никто не подал в кадр. Только когда никто не понимает, что я снимаю, тогда будем снимать. Вот смотрите, кстати, реклама здесь есть. В Эмиратах вообще много рекламы всякой. Я, кстати, тоже занимаюсь рекламой уже 15 лет. Если кому интересно, проходите, ссылочку в описании, оставлю всю информацию, как продвинуть свой бренд, товар, услугу и все что угодно. Ну, все интересно. И, кстати, я оставлю ссылку на сайт по массажерам немецкого качества, очень классно. Так, в общем, остановки здесь объявляют, но можно еще по карте сверяться, чтобы не пропустить, считать или по названиям смотреть. Юнион, здесь можешь сделать пересадку на зеленую ветку. Кстати, я сейчас подумал, получается, ты садишься и выходишь, когда в обычную карту прикладываешь, чтобы тебя списали за количество остановок. Если не приложишь, то по максимуму спишь. И на самом деле можно покататься туда-обратно, не выходя. И все, бесплатно можно покататься за одну цену. Смотреть, все, там пальмы, там открыты. Сейчас подошел поцеловать жену и вспомнил, что здесь нельзя делать такие вещи. Говорю, сейчас нас с тобой упекут за решетку, здесь жесткие законы. Нельзя прилюдно целоваться, обниматься. Я сижу, целую ее, целую. Потом вспомнил, говорю, сейчас нас с тобой за решетку. А напротив сидит как раз местный житель, смотрит на нас. О, русские, ну дают. Загремить можно. На ровном месте. Если вы вдруг случайно зашли не в свой вагон, идете и через дверь переходите в свой вагон. Сейчас люди зашли в золотой и сразу потом пошли туда. Поэтому ничего страшного, забежали, перешли спокойненько и все. Кто за это меня штрафует? А если будете дальше ехать с того билета, который у вас есть, то штраф. Наша. Слушай, а как-то отсюда до рамки. Так, вон рамка, вот наше метро. Там рамка. Вроде недалеко идти. Пойдем искать. Так, в общем, станция Аль-Джафира. В рамку попасть сейчас, ну только выход отсюда найти. Вот, давай. В принципе, все просто. Можно забраться без проблем. Сразу заберут. Рисковый я парень. Сейчас еще сниму кого-нибудь, вернее, ну, на видео сниму. Целую жену и все, и на несколько меня тут закроют. Штрафы. Я останусь без денег, короче, вообще. Кстати, здесь метро есть туалет. Не то, что у нас в России. Захочешь в туалет, напряжешься так, что пешком побежишь по дороге. Причем, чтобы выйти, тоже нужно карточку сохранить и ее приложить. Я ее сейчас практически потерял. Все карманы обыскал, но с трудом нашел. Но зато хотел снять вам, что будет, если теряешь карточку. Наверное, просто еще раз оплатишь и все. Снимать буду себя близко, чтобы никто в кадр не попадал. Потому что если кто-то попадет в кадр, не нажалуются, меня штрафанут. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии ваши. Все вопросы задавайте, что-то непонятно, я обязательно отвечу. Все, мы идем в арку. Наверное, тоже будет в другом видео. Не арка, а рамка. Рамка. Мне всю арку хочется. На плейлист прям заходите, Дубай или Эмираты, смотрите, там находите видео, которое вы хотите посмотреть. Метро, рамку, Бурдж-Халифа, пальму поедем. В общем, везде побываем, все посмотрим. Смотрите, будет интересно очень и, главное, полезно. Ребята, сейчас я протру камеру. Ребята, в общем, мы сейчас только вышли из дубайского метро. Это реально... Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заходите в плейлист Эмиратов и Дубай. Смотрите все, что есть остальное интересное. Бурдж-Халифа, Пальма остров, в общем, метро и все, и отель, где мы остановились. За хорошую цену мы остановились, я об этом уже говорил в других видео, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, много всего интересного, полезного я там рассказываю. Все, удачи, всем хорошего настроения, хороших позитивных эмоций, таких вот классных, как здесь. Все, пока, ребята.